Друзья, здравствуйте. С чего начинается доброе, бодрое утро? Дачника выходного дня, правильно, со осмотра теплички. Посмотрите, кто у меня поспел. Ой-ой-ой, какая радость, посмотрите. Это первый томатик Белфорта набирается, первая кисть. Дальше, смотрите, желтый Мауринос. Ерсон 10. Ой, он уже трещит даже. Ну, красавчик. Все как задумано было. Триколорный. Сегодня у нас будем пробовать его. Дальше. Он там на грядочке наливается. Он еще не спелый. Это тот томат, который у нас первым поспел. Утомленное солнце. Так. Здесь кто у нас? Еще один, посмотрите, красавчик. Ай, да молодцы, а да мои зайки, как я вас люблю, когда вы спите. Ну, в общем, тепличка. Еще один розовый. Тепличка начинает окрашиваться в разные цвета радуги. И это очень не может не радовать. Вот, поспел еще один на пасынке. На приукорененном. Ой, это у меня утренний визит. Сегодня только солнышко встало. Первый сердечный. Сердце старика Михрякова. Вот. Налился такой. Ну, кто тут меня еще порадует? Кто у нас любимчик? Кто радует маму? Клубничка. Клубничка. На будущий год клубничку посажу обязательно. Тепличку. Потому что вот еще первые красавчики. Ну а тут это просто шикарно. Какой красивый томат. Знаете, кто это? Это розовощекая Надюша. Поспела. Первая Надюшка выдала вот такой красивейший плод. Дальше тоже красивые, большие. Ну что ж, с почином. Да, и вот стрелы Амура. Это точно стрелы Амура. Такой крупный томат. А может, я ошибаюсь? Нет, это первый снег Фейлина. Астралистный томат. Вот с такой хорошей, прекрасной загрузкой. Ну, начало положено. Ожидаем.